Рашки, продолжаем. Смотря что вылетело опять. Я не знаю, это, видимо, из-за тренера вылетает постоянно. Тоже без тренера я час играл с чем-то, вылетая и не вылетало. Сейчас вылетает каждые минут 40-50. Ну, это лучше, чем играть долго и мутно. Воу! Мы телепортировались на не ближайший чекпоинт, а на ближайший бар. Может, это так работает? Чекпоинт ближайший, типа, окей. А просто игра не знает, где меня заспавнить, потому что я это... вылетел. Короче, не врезаемся в мусорки сраные. Сраные мусорки, врезаюсь, и все, у меня вылетает. Я обратил внимание на это. Не врезаемся. Вот, и тогда все будет нормально. Что-то не так с мусорками. Видимо, пул переполняется, тренер еще заполняет его. И все, и как бы происходит. Да, видимо, в мусорке просто много этих спрайтов, еще всего накидано. А все, что надо повысить сайз пула, либо еще что-нибудь сделать. Вроде что-то банальный дебаг можно сделать этого всего, но почему-то не делают. Ой, ба! Это что за чудо от природы такое? Мне кажется, ли Буск стал лучше играть на этой машине? В этой машине? Там колонки типа лучше, или мне кажется? Черт, это чудо, это вау, это вау, это Изенторн и Бугатти и Верон и все это, блин, офигеть, это просто, это секс, ребята, это просто, это мясо, офигенная машина, выглядит как минимум просто офигенно, топово, о, она еще и рулится здесь, вау, она и рулится нормально, офигеть, единственная машина в игре, которая рулится, вау. Ну, как та тачка из Watch Dogs 2, самая дорогая, которая еще обкашенная такая, в стикерах, вау. Только она там хуже выглядела, все-таки 16-й год, а тут прям вау, современный спорткар, вау. Черт, я хочу такую тачку. Слушайте, ее нельзя забронировать? Или купить? Капец, она красивая. Ты видел это? А, ну ты вырубишь его. Ты, а, окей. Жесткий. А из оружия у меня... А, нет, есть, окей. Точно, вау, что это такое? О, прикол. Опять в баре. А, окей. Типа Тор или что это за значок? Вау! 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 Класс! Забавно. Она в рутуинках, что ли, вся пробитая, что ли? Это молот. Да, непонятно. Ах! Love the whole quaint little pub thing you've got going on here. Creepy mask. Spikes everywhere. Yeah, Jackson told me you'd be coming. Hi. So, word is you know a good place to get medical supplies on the down low. Clan Kelly's got loads of stuff they're moving through the underworld. How do you feel about robbing from the robbers? Sounds like a sexy good time. Where can I find these black market stashes? I'll send a couple of locations to your optic. You're doing this to help Aiden, yeah? Make sure that stubborn fool stays breathing. Hey, listen. I proposed giving it mouth to mouth, but, you know, with the mask and the spikes, it's kind of chafy, so... Get moving! И сама сидится. Окей, касцена здесь забавная. Так, моя машина, ты не дореспавнилась, пожалуйста, скажи, что нет. Нет, машина дореспавнилась! Это ужасно. Я помню, насколько я помню, в том прохождении сюжетки, я даже этот персонажа зарекрутировал за тачку какую-то классную. Или мне кажется. Помню? Ну да.
И бабку она в конце потом дали за бомбу. Нет, нет, она здесь? Это таточка? Да, она осталась. Я не респаунилась. Щищ, как я не заметил сразу. О, Биг Бен. Точно тут бар. Хайтерист. Риск. Или по мостику прокатимся. А, если по мостику прокатим. А, нет. Лучше так. Ну так красиво по мостику прокатились бы, ну ладно. Чёрт, какая быстрая точка. Даже сокращать путь не буду, но не так кайфово ехать. Вау, прям как немножко в GTA себя почувствовал пятый. Ой, в GTA 5 можно просто кататься очень долго, и тебе будет просто кайфово то, что просто катаешься. Это уже занятие, это уже интересно, это динамика. Ты можешь выйти, ты можешь стрелять, можешь что угодно делать. Классно. О, я случайно отвлекся на секунду, и все. Нельзя отвлекаться за рулем, ребятушки, не отвлекайтесь. Range, Short Combat, Ninja, Balls. О, окей, все, у нас дроны есть. Окей, good, это файн. Самая нужная фича, потому что она по дефолту должна быть, в принципе, а не персонажи, сюжетки. С третьего. And if one of them gets up in my face, you want me to go, oh, please, big bad gangster, may I have a vital signs monitor? You gotta get your hands dirty sometimes, kid. Uncle Aiden's a prime example of that. Uncle Aiden also routinely gets shut up, and just recently almost died, and is now in a coma. And your point is... Оу, щищ, точно, у нас теперь топовое оружие есть, ну, которое не перезаряжается постоянно, каждые 5 секунд. Че, ну... Не надо вот так нажимать, а просто вот так стрелять. Окей, good. Где? Просто медикаменты можно в аптеке их купить. Почему нет? Что так париться-то? Ну ты это как-то финиш хим, а ты даже ты не можешь его финиш вообще как-то. Ну, Данька. Just like you asked. Bro. Are you proud of me? If you say so. I knew I'd win you over. No one can stay mad at this handsome mug. Ну, ты был хэнсоном. Это евро. Это евро. Это евро. Слушайте, в любой аптеке все что угодно дадут за такие бабосы. Просто бери это, че ты тупишь, блядь. Давайте спалим их. Я не хочу, чтобы это кому-то досталось, кроме нас. Черт. Черт, у нас нечем. Ломай, круши. Давай. Вау, они реально крушатся? Или мне показалось? Ну-ка, давайте проверим еще раз. Не отказался. Рейдж. Блин, прикольная комната. Классная, мне нравится. Правильно, включайте сирену.
А наша точка того? Все? Как классно здесь музыка играет. Damn. Во, опять спортивная тоже тема. Во, он тоже какой-то быстро разгоняется, как, а? Да что, помню, так быстро разгоняется какая-то музыка. Хотя, по-моему, нет. Ну ладно. Но все равно быстро. Блин, прям сами прыгают под машину, я не виноват. А еще музейки нет? Ну ладно. О, спасибо. Так, мы помним, что врезаться в ящики нельзя, иначе вылетает сразу. Так что здесь заканчивается видос случайно. Я сорян. Это не я, это игра. Это баги в игре. Это баги тренера игры. Они несовместимости. Они несовместимы. Особенно баги с мусором. И этот тренер. Просто несовместимы. О, немножко Watch Dogs 2. Вау, как красиво. Dun-dun-dun! The vigilante known as the Fox surveyed the clearing through steely eyes, looking at all the bad guys he was gonna kapow! Are you trying to roleplay as Aiden? Dude. Just trying to think, what would Aiden do? I mean, he could steamroll through this whole gang, no sweat. Yeah, because that's so cool. Is sarcasm any way to speak about your elders? You and everyone put Aiden on a pedestal. He's either the coolest vigilante or he's the worst villain. It's weird. Because he's also my uncle that, frankly, kept putting me in danger and then just stopped showing up. Oh, okay. Беги. Look, they even packed it up nicely for me. You'll have to search through it quickly. Clan Kelly doesn't leave product unsupervised for long. Ooh, I've got a better idea. Instead of picking and choosing some drugs, I'll just take all the drugs. How? How? Please don't say up your nose. That sounds fun. Bruh. But I'm working on that. I'm gonna call my buzzy little droid friend and fly the whole thing out of here. Okay. О, да, прикольно. Ты сюда сможешь? Ты умный? Это он так орёт? Серьезно? Вау. Not good. Я не хотел его выключать, хотел прокатиться на нем. Это разные вещи. Окей, как? Да я выключаю его, ты тупой, не хочу его выключать. Все, залезь, я залез, все. Да.
гранат, вау. У нас прям этот, из Спайдермена, как его зовут? Гоблин, по-моему. Тоже с таким зеленым светом, все классно. Пресс Хёрд. Да ничего не Хёрд, не надо тут это. Такая граната на ночь, вау. Офигеть, классно. На каргу. Давай на каргу его поставим. Могли бы долететь сразу это самое. Ну ладно. Special delivery for a Connie. Looking for at least a 20% tip. Well done. I'll make sure Jackson gets what he needs. As for the rest, well, the resistance will find a use for it. Cheers, Wrench. Jackson, your shopping list is on its way. That'll help me keep Aiden breathing. But I don't know what to do about the coma. What if I swing by that big hospital? I can dig through their database and see if they have any information on treating coma patients. Так город кажется пустым с высоты, конечно. Ну такое. We were avoiding the hospital because of Rempart. Don't worry, your uncle Wrench can be so, so sneaky. А у Ждока 2, конечно, по-моему, побольше карточка будет. Хотя, ну, она понасыщеннее, кажется, более живой. Ну и тут снизу все тоже выглядит нормально, но не сверху. Как только высота начинается, то все. Не живой город. Это вообще, блин, киберпанк. Там на центральной улице небеса бьет эта вывеска. Тут просто... спад света какой-то почему-то спот поставили, хотя оно не должно так бить, ну ладно. Кстати, вот это самое классное средство передвижения, он, во-первых, быстрый довольно, во-вторых, это удобно и можно облетать любые здания, по-моему, это вообще топ. Ну и вот мы сразу... А, мы здесь были, кстати. London's running on a fancy upgrade. Are you gonna have a problem accessing the hospital database? Please. CTOS may have gotten a facelift, but that does not mean she's better than me. Так, три, 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 три. Давай. Давай, 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 давай. Есть. Отлично. Long-term patient ward. Shit, are all the doctors on break? Physician, wouldst thou neglect the poor souls in thy care? Come on, doc. People are slowly dying over here. Bruh. Yes, imbue me with all of your knowledge. Okay, I'm done. I'm heading back now and I'm sending you the coma protocols. Leave it to your Uncle Wrench. У нас какое-то non-little прохождение забавное. Оу, щиш! Чего? Это Emitting Sleet? Почему я с высоты не должен? Ну, видимо, да, это скриптованная хрень. Черт. Вообще не должен, вроде, ни хп не наносится. А, пожалуйста, не говори, что я бесконечной загрузки. Прошу. Ты стебаешься? Класс. Ладно, ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, с вами был стример, всем удачи, пока, видимо, я запорол немножко игру. Да. Ну, что ж.
Всем пока.